что не готов сейчас вынести окончательное мнение, но на первый взгляд по тем документам, которые мы прислали, вопрос, вернее, темы, которой вы занимаетесь, они очень важны для здравоохранения в стране в целом. И у нас республика не имеет, конечно, первостепенное значение. Очень хочу надеяться, что наши коллеги из соответствующих министерств и ведомств дадут тоже свою экспертную оценку. В случае, если предложение ваше будет, как я уже сказал, оно уже интересно, конкурентоспособным и отвечающим нашим возможностям, нашим потребностям, мы, безусловно, рады будем сотрудничать. Спасибо большое за возможность встречи. Сейчас встреча подготовительная. Компания, которая создавала экологическую помощь по всему миру, на сегодняшний день ЛСТА наш 63-й центр, собственный центр программы России. И мы готовы реализовывать весь наш опыт мировой, внесение европейских стандартов качества, развитие именно экологической помощи населению. С нашей стороны, мы готовы на первом этапе предложить это повышение подготовки кадров с привлечением в том числе федеральных специалистов по экологии. Мы готовы расширять объем перечня услуг населения в рамках территориальной программы ОМС. И, в принципе, все наработки, которые у нас есть, это наработки по 28 странам по всему миру, мы готовы эти стандарты реализовать на территории республики. Давайте работать.